В общем, это продолжается. С вами снова я, Марина Мурлок. Сегодня 3 марта. И я приехала в Борисово и иду по направлению к Борисовскому кладбищу. И туда же идет огромная толпа людей с цветами. А навстречу идет поток людей, но уже без цветов, собственно. Я по наивности думала, что я где-то здесь, около метро, куплю цветы. Не тут-то было, их уже тут давно нет. И в единственную палатку с цветами стоит огромная, просто огромная очередь. То есть люди уже где-то приобрели цветы заранее, и вот сейчас идут по направлению к кладбищу, а навстречу идут люди уже без цветов. Сегодня 3 марта, воскресенье. Вот улица Борисовские пруды, дом 6. Сегодня очень хороший светлый день. Красные ветки. В прошлый раз мы шли с той стороны и застряли. В этот раз люди идут в обход. И люди идут прям толпой. Их заметно было еще в метро. Было заметно людей с цветами в руках, с мрачными лицами, которые куда-то целенаправленно едут. А едут они на Борисовское кладбище, где 1 марта состоялось погребение Алексея Навального. И несмотря на то, что там было огромное количество полиции, и, собственно, там невозможно было достояться, вот, я простоял там несколько часов, вообще не сдвинулась ни на метр и просто уехала обратно. Но вот сегодня уже прошло как бы 2 дня, и поток людей не иссякает, наоборот, он становится все плотнее и плотнее, и люди он еще со стороны дворов стекаются. И я говорю, около метро цветы уже купить невозможно. То есть, если соберетесь, берите заранее с собой.